Молодой человек выскочил на вот этой машине, начинает нам угрожать пистолетом. Дистанцию держи! Дистанцию держи! А ты свой ствол в жопу себе засунь, понял? Я хочу, чтобы ты меня объяснил. Сними номера! Я сняла, я все сняла, Максим. Я тебе спокойно объяснил, отойди, держи дистанцию. Я всех не имею места. Объясни мне тихо и спокойно, значит, ты меня подрезал. Кто вас подрезал? Никакой подрез... Я свидетель, ничего такого не было. Что происходит? Ты берите ствол! Поехали, блин! Полицию поехали! Давай, поехали! Вот эта машина, вот он вышел из нее со своим оружием. Я сняла с оружием, вышел. Меня подрезал. Никто тебя не подрезал. Тебе вопрос. Я, смысле, я вас снимаю, я вижу. Я вам еще раз говорю, вы вытащили оружие. Потому что не скоростной режим. Ты свою куколку в жопу засунь себе, понял? Ты свою береги, блин. Зачем ты так говоришь? Вы что провоцируете? Я свидетель, я сама все видела. Вы что творите вообще на дороге? Я сейчас полицию вызову. Не вызывайте, в чем проблема? Мы вас всех засняли, я вам еще раз говорю, в чем проблема? Вы тут оружие вытаскиваете. Это самое, вообще зажигалка. Зажигалка. Да, неважно, зажигалка или нет. Вы вытащили оружие, все это видели. Я свидетель, я все сняла. Свидетель. Отойдите от меня вообще-то. Отойдите от, отойдите от меня и не задавайте мне вопросов. Да, да. Папа смотрит. Да, давай, едь. Хера ты дерзкий, блядь. Едь, куда ехал? Никуда не поедешь. Вызывай полицию. До свидания, все.